Это Алло. Ксения. Это Ксения. Алло, привет. Как дела? Привет, как дела? Как дела? Алло, Ксения. Ну вот скажите. Нормально, все хорошо, работаем. Жизнь продолжается. У вас такой замечательный баритон. Вам бы на радио погоду объявлять. Я понял. Нет, погоду я не хочу объявлять, но если вдруг будет плохая погода, значит, будем делать все, чтобы ее поменять. Если будет хорошая погода, будем делать, чтобы ее продлевать. Да. Меня обуревают лошадиные фантазии по поводу секса с вами. Я понял. Значит, это такое дело, знаете, как это говорят. Если хочется, но колется, надо подумать. Если колется, но не хочется, значит, надо делать. Я не думаю, что это большая проблема. Большая проблема? Да я бухаю. Едете в Харьков? Да. Это хорошо, это правильно. Сколько водки пить с утра вредно для здоровья? Нет. Для здоровья вредно, знаете что? Мало спать. Надо выспаться. Ну хорошо, я возьму на заметку. Я тёлка. Я услышал. Вы как считаете? Нет. Вы достойная девушка, да, всё нормально. У вас нету ни любимой девушки, ни какого-то, может быть, журнала, на который, в конце концов, анонизмом можно позаниматься. Нет, по поводу этого вопроса, я думаю, это вам надо обратиться в другой телефон, нажать кнопочку, там все расскажет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это муж Ксении, Максим. Очень приятно, да. Вот я тут Ксению застал, она сейчас выпивает, она мне говорит, что у вас что-то с ней было в Харькове, когда она к вам ездила. Да, у нас, знаете, что с ней было? Мы пили чай с одного чайника, но у каждого были разные чашки. Ну, это как-то пошло, по-моему. Это не пошло, это вам, скорее всего, должно быть стыдно, потому что вы не можете угостить свою жену чаем. Так она у меня чай не пьет, она только водку бухает. Если она бухает водку, то пейте бутылку водки, упейтесь, и обнимитесь, и ебитесь. До свидания. Так, мы хотим к вам приехать, Ксюша. Нет, смотрите, вы можете ко мне приехать, но вам надо сначала пройти три препятствия. Первое препятствие, вы должны пролезть в такую трубу, в этой трубе живет говно. Так. Вы должны это говно попробовать, если оно будет сладкое, вы должны его посолить. Если вы его пересолите, тогда вам надо вылезть назад. И так три раза. Поэтому, когда вы это сделаете, наберите меня, пожалуйста. До свидания. Парень, наверное, ты думаешь, что я буду вестись на твою вот эту ерунду. Я тебе даю один совет. Какой? Плюнь сам себя. Зачем? Когда ты плюнешь сам себя, разберись, это твои слюни или не твои. До свидания. Скажи, у тебя что, 10 пальцев на одной руке или что? Что ты все время набираешь один и тот же телефон? Я ищу Виктория. Идиот, блядь. Ну я ищу Януковича. Говорят, он вот в этой трубе как раз с говном. Нет, вы его там не видели? Слушай, ты уж, блядь, недоделанный, блядь. Не шипи, сука, кобра, блядь. Ну я помню. Две шланги, блядь. Обмотайтесь, блядь, в одну составляющую. Засуньте себе это в разные отверстия. Когда вытащите, все вместе. А можно, да. Возьмите и подумайте, как это назвать. Еще один раз ты мне позвонишь сюда, Я тебе могу пообещать следующее. Дам вкусную сладкую конфету. До свидания. Какую? Парафен? Алло, давай запишем обращение к майданутам. Давай обращение запишем, а? Что ты бы хотел им сказать? Это ты хочешь, чтобы я обратился к тебе или что? Нет, я не если такой. Ты майданутый, послушай, если ты майданутый, то тебе надо давно пить тебе надо, понял? Что пить? Водку, ту твою любимую. Больше ко мне не звони. Подожди. У меня к тебе есть большая польза. Потому что ты на самом деле не просто будешь майданутым, ты будешь просто три раза майданутым. Ну что ты, пингвин, блядь? Ну давайте нормально поговорим, я от вас отстану. Послушай меня, у тебя такой голос нежный, тебе надо разговаривать не со мной, тебе надо разговаривать просто с обезьянами. Ну я как раз звоню им, а вы берете. Алло. Алло, здравствуйте, Геннадий Адольфович. Я ищу Виктора Федоровича, хочу ему политическое убежище предоставить. Послушай, ты пидорас, засунь себе хуй в жопу, блядь. Алло. Агент, привет, ну как ты? Нормально, кто это? Ну, я по поводу вот записи в тетушке. Хотел получить 200 гривен, там, за тебя постоять где-нибудь на улице. Слушай, ты пидорас, хуй вонючий, нахуй, тетушка ебучая, блядь.